Дорогие видеозрители, не судите меня строго, но я в шоке. Вот как так можно? Не прошло часа на даче. Это все грязь. Ты трава. Хвост какой, Семен? Да ёпперсы ты, хоть и не бери тебя с собой на дачу. Покажись-ка, покажись, Сёма, покажись. Не прошло часа, мы приехали на 2 дня. Я очень сильно боюсь, какой он будет не через 2 дня. Правда, есть в этом плюс. Кот доволен. Бегал. Видно, бегал везде, где можно. Прыгал. Видно, везде, где можно. У тебя что там? Глазка, подожди, грязная. Да подожди, у тебя что-то вот, все, вычесал. И в глазах трава. Вот скажи, Семен, где ты был? И шипишь еще, да. А не то, что мне тебя потом мыть, купать, сушить, нет? А с другой стороны. Ой, ужас, Сёма. Ужас. И убежал. Ужас. О, братанчик. Кормил сегодня его братанчика кормом кошачьим. Чё-то зажрался. В тот раз ел у меня все, что можно. Сладкая парочка Твикс. В этот раз кошачий корм не стал есть. Ой, видно, мышки здесь получше, чем... кошачий корм, да? Парочка. На пару бегают, на пару грязные, кстати. Да, ужас. Ужас.